Да, значит, последний тренд. Так, буду говорить тезисы. Тезисами. Как говорится, на популярные темы. Значит, Дюжев был в Донецке. Вместе с Долиной, еще одной. Давал там концерты. Ну, что я могу сказать за Дюжева? Он предал свою совесть, а может, у него ее никогда и не было, и подмахнул преступному режиму, который убивает детей, женщин, стариков, денационализирует людей в концентрационных лагерях силой. Ну, то есть то, что фашисты делали, то же самое делает и российский режим. Поэтому он сделал выбор в пользу интеллектуальной помойки. И поэтому он, нет, не поц, но паяца.